headmaster representing Lithuania. Please welcome Saulius Ambrulevičius. Саулиус Амбрулевичус из Литвы в текущем сезоне уже имеет выступление выше 38 баллов в короткой, но, судя по тому, как складываются события на чемпионате Европы, этого выступления ему будет недостаточно для того, чтобы претендовать на попадание в число тех, кому дозволено будет выступить в произвольной программе. Надо отдать должное Саулиусу Амбрулевичусу, который в свои 16 лет уже является двукратным чемпионом Литвы среди взрослых. После первых неудач в программе он не расклеился и двойной аксель выполнил на достаточно высоком для себя уровне. Пусть поначалу прыжки явно не заладились у спортсмена, но находит он в себе силы отблагодарить публику и, в общем, достойно завершить эту программу. Первый чемпионат Европы для литовца, как и любой уроженец Каунаса. Одним из своих хобби он называет баскетбол. Ну, помимо этого, как и любой, наверное, мальчишка, музыку и компьютерные игры. Очень я сомневаюсь, что любитель баскетбола Саулиус Амбрулевичус видел, как выступал легендарный Жальгирис середины 80-х прошлого столетия. Тогда еще Саулиус, его родителями, скажем так, не был даже запланирован, но, тем не менее, у уроженцев Каунаса любовь к баскетболу в крови. И Амбрулевичус это полностью подтверждает. Просто блестящий аксель после неудачи на первых двух прыжках, отсутствие каскада, бабочка при исполнении дебютного прыжка в программе. Тем не менее, Амбрулевичус собрался и здорово исполнил двойной аксель. Это мое.
При отсутствии элементов, конечно, очень сложно рассчитывать на высокие оценки. Но лицо, во всяком случае, этот спортсмен сохранил. А вот и оценки. Да, оценки не слишком высокие. 36,96 балла. И что получается? Он обходит Беку Шанкулашвили и Гигаму Варданяна из Грузии и Армении, соответственно. Он становится только девятым после короткой программы.